Я вспоминаю то рождественское утро, когда я с папой каталась на велосипеде и увидела такие слова. «Ибо так возлюбил Бог этот мир, что отдал Сына Своего». Я спросила своего отца, «А что значит мир?» Папа задумался и сказал, «Мир — это пастухи, мир — это мудрецы». Мир — это заблудшие люди с разбитыми сердцами. Это есть старые и молодые. Даже те, которые злые и переполнены ненавистью. Ты, доченька, и я, ибо так возлюбил Бог этот мир, что отдал Сына Своего, дабы всякий верующий в Него не погиб, но получил дар вечной жизни. Поет земля, и небеса. Отца Христа, Бога Царя. Я так счастлива, что получила этот подарок.